Приветствую всех поехавших любителей металлопоиска. Сегодня 7 июня. Хотел сегодня отдохнуть, но, друзья, не судьба. Погода вроде наладилась. Ну, по крайней мере, дождь пока не льет. Надеюсь, сегодня я не попаду под ливень. Да, в принципе, и пофигу. Главное же что? Главное шлифануть. А все остальное уже фиг с ним. Другую избу, короче, начал я сегодня. Сейчас посмотрим, что она нам преподнесет. Такие небольшие. Небольшие здесь были дома. Так что, в принципе, если понапрячься, то можно за день. За раз вот. Как я ту вот за день долбанул. Постараюсь сегодня эту перекопать. Ладно, друзья, шурфлю. В общем, пошурфил часок. Болезненных сигналов не было. А вот какую-то железную штуку такую нашел. Непонятную, блин. Фиг знает, что это такое. Ну и вот отворот от двери. Вот керамика такая поздняя. Ну, культуры мало идет вообще. Болезненных сигналов никаких не было. Так что я пошел по верхам, похожу, наверное. Так что сейчас катушку поменяю только. 12 на 9 еще с собой. И пойду по верху. Хожу, в общем, по верхам. Был такой слабый сигнал. Крестик нашел. Такой тоненький. Сзади даже что-то написано. Ну, сейчас не видно ничего. Типа того что-то, короче. Ладно, ищем. Может, что еще найдем. Походил, еще нифига не нашел, короче. Ладно, коню до дома.